Ребячки, всем привет, всем привет. Всем привет с морюшка. Как здорово. Вон там ребенок, здесь собачка. Мы сегодня отдыхаем на море. Приехали чисто, знаете, погулять, посмотреть, отдохнуть душой. Ой, я находила сейчас по этим камням. Красота. Потом вам все говорят, испачкаю. Скетчерс. Нифига. Скетчерс не пачкаются. Где я испачкал, где я испортила? Даже свои не испортила. Так что давай. Мои нежные. Нежные, ты сам нежный. Что, давай, решайся и пойдем. Вон люди просто сидят на камушках. Сейчас твою курточку снимем, постелим. Здесь лучше. Тебе там хорошо будет. Нет. Я всегда знаю, когда тебе лучше. Столько голубей вообще. Вон пацан, смотрите, с голубями все играется. Они сидят, он их кормит, походу. Это бесплатно, да? А у нас вот за это в нижнем деньги берут. Эх, обоссать-то они ему все. Ага. Семечки. Семечки, да? За ним летает тут. Он уже третий раз переходит. А мне понравилось, как они сейчас летели, так прикольно. Ой, сегодня вообще такой кайф. Спокойно так. Но море, конечно, очень грязное. Вы знаете, вот посмотрите предыдущий выпуск, я показала, и море грязное, и галька вся какая-то, знаете, подзасранная. Выдай мне вот так руку, они сами садятся, не выдаваются. А сам боится. Семечки нужны. Иди семечками сядь. А сядь, ничего тобой? Нет, о, посмотри, Саша, красиво. Щу. Это очень. А даже белые есть, например, рыжие какие-то. Он круг делает, а... Из России. И опять эти нарды. Видим, что-то все делают, как ты, какие-то барчики, здесь магазинчики. Ребенок, вот кому нафиг здесь нужна одежда? Неужели вот тебе приедут на пляж, чтобы, блин, одежду покупать? Ну, глупо. Здесь продается эти купальники для прочих. Да. Да, я вон куртки вижу, теплые. Может, ты забыла. Да. Это пока теплые. Может, ты забыла взять. Думаешь, что здесь тепло, а не холодно. Красота вообще. Просто так, знаете, на море посидеть. Не обязательно купаться, просто посидеть, посмотреть. В общем, погода хорошая. В общем, знаете, вот не жарко. Вот так вот сидишь, расстегнутый. Блин, такой по кайфу вообще. Обдуваешься ветром, дышишь воздухом. Кайф. Да кайфую сегодня. Вообще, девочки, кайфую. Знаете, вот настал тот период, когда не хочется никуда бегать. Там что-то пишут, ой, съездите в Абхазию, съездите сюда, съездите туда. Мы вот были в Дендрарии. Вот, завтра, может быть, когда дождь будет, съездим в этот пару. Завтра не будет, да. Не будет? Будет вот такая же, да. По погоде. Мне вот нравится такая. Я вот чисто, знаете, хочу погулять. Мы приехали-то всего на неделю. Какие тут, блин, по экскурсии? Пока эти экскурсии море ты не увидишь. Мы в Абхазии мы уже были. Чуть неохота мне туда ехать. Рано вставать. А тут, знаете, такая красота. Спокойствие. На границе торчать часа два. Угу. Там пишут, типа, что вы поехали в межсезонье, там туда-сюда. Типа, сейчас погода не устаканилась. Знаете, я поехала, я хотела сменить обстановку. Вот. Я обстановку сменила. Вот. Я не готовлю, я отдыхаю, гуляю, дышу свежим морским воздухом. Ну, эти голуби. Вовка тут голубей ловит. Что, для енотика еду ловишь? Да. Или нам на ужин? Нравится. Нам на ужин. Красиво. Что, на одной лапке стоит. И, короче, знаете, вот честно, хочется просто вот спокойствия. Что вот я уже пережила вот этот вот этап, когда, знаете, там приезжаешь на неделю, да, и пытаешься одна экскурсия, вторая, третья, там сюда сходить, туда сходить, на море. Знаете, люди по расписанию. Вот. Я хочу вот отдохнуть, подышать, подумать за жизнь. Вот так. Поэтому не хочу вот этой беготни.
Просто хочется так сидеть и кайфовать. Там не единорог. Там, кстати, вода, знаешь, она мутная такая. Вообще какая-то не очень. В общем, там, знаешь, в воде очень много этих каких-то, не знаю, там и бревна. Не хорошо, через дырочку как-нибудь просечет. Да, да, там и бревна какие-то, и вода какая-то там, сюда-сюда. Ну, собственно, не вода, а это всякая трава, короче. Пацаны этих. Так что вот. Море твоих успех, накупаемся. Вон в Египте уже были. Там накупались, назагорались. Повторить с экскурсиями не хочу. Нам и тут неплохо. Ресторан он какой-то. Магеллан. Кафе. Кофе. Идем кофеечку нам возьми. Там еще, по-моему, да, беседки есть? Пойдем до следующей. Прогуляемся. Конечно, все заняты. Это в дождь они были все. Да, они в дождь были все свободные. Сейчас вот. Вадим, у тебя шнурок развязан. Вот большая штука вот загораживает. Сейчас глядишь и до Фишта дойдем потихонечку. Вот еще сегодня гуляем. Погода хорошая. Гуляем, гуляем, дышим воздухом. Впитываем море в себя. Не, а все-таки ездят люди по этой красной штуке. Для велосипедов. Там везде таблички. Не, а просто оттуда этого-то... Для транспорта с электроприводом ездить нельзя. Краска пахнет. Нет, до этого здесь прям чуть ли не в машинках тут гоняли. На скутерах и прочих. Запретили. Угу. Прям сделано. Ресторан, кальян. Кавказская и европейская кухня. Ну, олимпийцы. Смотри-ка. Прикольно. Видишь, олимпийцы нарисованы. Ага. Российский волейболист. Ага. Кстати, QR-код. Можно считать. Устричный бар. А? Паштетная. Устричный бар. Ага. Бургер-клуб. Ташир пицца. Шир пицца тоже есть. Смотри, сейчас бегут и собаку. Бегут. Они сначала несли ее собаку, потом отпустили, она сзади дык-дык-дык-дык-дык. А собака медленно бежит, чем они. Хотя должно быть наоборот. Здесь тоже, смотрите, магазинчик Дары Юга. Специи, чая, джика, кофе. Восточные сладости. Спорт казуал. Специальные экипировки. Мороженое. Цены как специальные. Каждый раз проходим через эти специи, каждый раз вот этот запах какой-то такой, как барбариса, что ли, кисленький такой. Вот он. Магеллан? Магеллан. И что, прикольно? Да, здесь все занято. Туалет. А, слушай, а мы вот здесь, помнишь, проходили? Да. Вот здесь, вот, помню. Пойдем зайдем туда. Если она там еще. Ну, пойдем посмотрим на них. Туда. А получается вот от Екатерининских и туда. А мы обычно вот до сюда максимум доходили, да? А туда-то мы здесь там и не были. Были. В тех краях-то. Были мы туда. Или до устричного бара. А-а-а. Тихо. Сейчас маленько пройдемся. Кстати, кто здесь был, отдыхал, напишите. Знакомые места. Да. Заходили вот, да? Угу. Кафечку. Листовую ходили, что-то. Жарные. Угу. Здесь нормально так все обустроено для туристов.
сути все то же самое. Там только цены выросли. Конские. Фастфуд. Ну, цены они всегда были тогда. Но сейчас, конечно, больше Сочи и Адлеру. За деньги, а не по любви. Таверна. Кстати, скорее всего, какая-то как столовка, что? Таверна. Сколько там времени-то? Обед не пора? Пошли. Ресторан Ла Луна. Ла Лу Ла На Ну Да. Это восточная кухня. Помню, мы туда заходили, что-то нам не очень понравилось. Базар. Маркет. Куча каких-то магазинчиков. Косички. Мама, пойдемте косички наплетем. Не. Идти куда-нибудь вот зацепим. Кстати, зацепиться не за что. Кавказская кухня. Вот, вот здесь оно было. Танцы, пляски-то были. Вот здесь вот оно было. Ага. Прям рядышком. По сути. Или не, или не здесь? Здесь было? Обмельчал. Да. Все поменялось. Вино, сыр. Там еще одна, где мы брали чашку. Вон тоже столовая, кафе. Портофино. Столовая и кафе. Ладно, пойдем обратно вдоль моря. Че тут по городу ходить? А здесь какие, как ягодки, что ли? Интересно, черненькие. Они здесь прям все созревшие. Что за растение такое интересное? Трогать не буду, мало ли что. Ох, я вон обед нам нашла. Ягоды будешь? Ягоды годжи. Пирог. Таверна. Что-то таверна. Столовая. Вон, посмотрим. Вон там, кстати, прям даже написано меню. Пойдем. Так, солянка 300 рублей, суп харчо. Овощи пофаршированы, пельмени. Разворот сидит. Вроде нормально. Борщ без мяса. 59. А борщ с мясом есть? А с мясом нету. Хаш из говядины, хаш ламан. Уха из семги. Салаты. Знаешь, они сразу выставили цены, молодцы. Оладьи, блинчики. Чтобы просто так не... Что мы решили пока рано кушать. В Гарри Поттер. Решили через часик где-то полтора. Чтобы уже сразу объединить с ужином. Чуть неохота пока есть. Так наедаешься на завтраке. Вот. И даже неохота. Неохота. Пойдем гулять. Вот тоже какой-то как отельчик, что ли. Интересный. Красивый такой построек. И здесь, вот знаете, я заметила, все очень низенько. Это в любом случае, как пансионат. Ваш номер готов. Подожди, вон там даже написано. База отдыха. Адлер. Вот получается. Две звезды. Слушай, ну прям достойно очень. Хоть две звезды, но очень симпатично. Прикольно. Здесь есть какая-то растительность. Красивая. Вон цветочки какие-то. Интересные. Все цветет. Даже у нас весна, весна. Все цветет и пахнет. Красота. Вон эти, как тюльпанчики маленькие, какие дикие. Ну все, все, все. Вижу. Ой, редкие здесь велосипеды. Все, иди. Че, слушай, а вот это вот что-то такое дорогое, да, какой-то? Отельчик. Отельчик, да, ты его тогда видел. Там не были. Здесь виллы. Виллы. Не дешевый. Да, это, здесь вот читают. Первый этаж один номер, второй этаж еще один номер. Угу. Да, да. С лежаками вон видишь. Да, да, да. Бассейн тоже. О, есть? Да. Да. Проезд сразу запрещен. Да. Прям нарушает. Угу. Все.
Да. То есть ты говоришь, это вот курортный сбор, это вот эти лавочки? Да. Они были еще 3 года назад. Так там тоже уже с 14 года собирают. Да? Смотри, прям серфинг, что ли? Вот это вот что они хотят сделать. Мишки, кстати, вот эти вот сдают. Рыбаки, что ли, вот? Да, наверное, они к сезону готовятся. Я думаю, тены здесь просто поставят и все. А там будут лежаки. Что-то такое. Здесь одни камни. Ты убьешься. К на волны здесь. Угу. Выкинуть тебя на берег. И все. Потом только скоро вызывать. Дайте вам опять море дам. Чтобы это. Чтобы дети орут. Это капец вообще. Мы тут бизнес себе придумали. Вот сейчас спросили, сколько стоят мешки вот эти, вот, на которых сидят. 2 мешка 500 рублей на день, соответственно. То есть 250 рублей мешок. У нас их 2. Вы говорите, выкиньте, выкиньте. Да зачем? Еще с ума сошли. Что такое бизнес? Вот, приедем в Сочи, в Адлер, со своими мешками. Будем их тут сдавать, 500 рублей в день. Дальше нет, потом, понимаешь, расширим, понимаешь, это бизнес. Еще 2 мешка купим. И в день это уже 1000. Слушайте, отличный бизнес. Супер. Ну, целый день там ты будешь сидеть. Часа 3-4. Не, ну тут еще прикол в том, что ты должен тоже сидеть и следить за мешками. А, слушайте, о, девочки, Вован же у меня охранник. Бывший. Бывший. Вспомнит прошлое, былое. Все, бизнес на месте. Намутим, потом будем расширяться потихонечку. Все. Ван охраняет, посадим его, будет это сдавать мешки. Сиди, смотрит на море. Уточек он уже приметил. Сидит. Тупит в телефон. Ну а что ему еще делать-то, блядь? Ну еще 2 эти, ну дай, да. Вов. Все. Ты просто создан для этой работы. Но будешь тупить не на диване, на мешке, но на море. Так что, Вова, все. Бизнес решили. Главное, с обедом не опаздываем. Буду подвозить. А если что, наловишь, вон, смотри. Голуби, утки, Вова. Че, там рыбу, кстати, я где-то видел. А вид тут. А что ты? А мешки кто-нибудь упрут. Не упрут. Пока ловишь. Ну, а мы там камней внутрь напихаем, чтобы они были неподъемные. Тебе таскать их, сдавай. Все по любасу, все бизнес замутим. И останемся жить в Сочи, в Адлере. Сейчас как раз сезон попрет. Я уверена, бизнес просто прям попрет. Шикардос. Народу здесь до хрена. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо здесь еще лучше. Какие-то работы ведутся, нет каких-то работ. Сегодня понедельник. Будем мутить бизнес. Сочи. Во. Я говорю, вам Вовану работу нашла.
А то, видите, говорят, YouTube-то закрывают, монетизацию отключают. Все. Это идеально будет. Да, Вовка. Идеально. Ладно, будем сидеть тут, кайфовать. Вот и все. Увидимся в следующем выпуске. Люблю всех, целую. Пока-пока.